На организацию горячего питания в школах при Ангаре в 2021 году потратили 1 миллиард рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. Такие данные привел министр образования Иркутской области Максим Парфенов во время прямого эфира, который посвятили организации и качеству школьного питания. Горячее питание в образовательных учреждениях региона получают все учащиеся 1-4 классов, а это почти 140 тысяч детей. Социальные гарантии в предоставлении бесплатного питания за счет областных средств сохраняются для детей из многодетных и малоимущих семей, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. В этом году увеличилась стоимость горячего питания, набора продуктов питания. Если раньше мы с вами имели стоимость, ну, самую такую распространенную по основной категории детей 69,79 рублей, то на сегодняшний день это 72 рубля и 83 рубля. На мой взгляд, это тоже важно, потому что мы все-таки пытаемся ориентироваться на ту сложившуюся стоимость продуктов питания, которые на сегодняшний день имеются в регионе. За время прямого эфира глава ведомства ответил на десятки вопросов от жителей региона. Были затронуты темы качества горячего питания в детских садах, возможности организовать особое питание для детей с заболеваниями и замены блюда в школьном меню.